Как сдать анализы в крупнейшем лабораторно-диагностическом центре России, не выезжая из Печоры? На базе современной медицинской клиники можно сдать более 1000 медицинских анализов. Все исследования проводятся в Центре молекулярной диагностики «Город Москва» уже в день сдачи крови. А результат вы можете получить через несколько дней на электронную почту или в современной медицинской клинике. Действует гибкая система скидок. Подробная информация и запись по телефону 30350. По сообщению синоптиков, завтра, 29 апреля, в Печоре ожидается переменная облачность, днем временами снег, мокрый снег, ветер юго-западный до 10 метров в секунду, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха сегодня ночью будет минус 8-10, а завтра днем плюс 4, плюс 6. Спросят, что слушаешь? Ответь! Я слушаю веселое радио для серьезных людей. Радио Ваня. Радио Ваня. Включи Love Radio твоей мечты.